28 января наступает год красного петуха. Восточный календарь популярен и в наших славянских краях. Тематические вечеринки на китайский Новый год стали предлагать даже санатории. Прогнозы на год петуха разные, но, скажем так, нам обещают интересный год. Да, петух задирист, но еще он в христианской мифологии прогоняет тьму и приветствует солнце и свет. Ну и само слово «петух» происходит от слова «петь» – «певун». Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, покажу вам своих петухов. Татьяна Кожевникова, жительница Шкловской деревни Аполлоновка и любительница домашней птицы. Поголовье сейчас на зимних квартирах. 4 десятка кур и петухов. 9 пород. Вот такие у меня красавцы здесь. Они все сидят, каждая своей семьей живет. Это джерсийские гиганты. Семья, курочка и петушок. Тоже родина Америка. Но это считаются самые крупные куры в мире. А от соседей пестрых лигорнов итальянской породы хозяйка надеется получать по 300 яиц в год. А эти в мелкую черно-белую полоску называются амрокс. Петухов здесь больше десятка. И бывает, что они дерутся. Самый задиристый – белый петух породы пушкинский. Курочек и петухов самых разных пород хозяйка покупает у таких же любителей, как сама, в разных городах Беларуси. Это брама куропатчатая. Такая вот порода. Вот какая красота, какие перышки, как нарисованы. Вот, смотрите, какой окрас. А такие мягенькие. Да, они пушистые, они очень дружелюбные, они ласковые. Вот именно отдыхаешь с ними. Вот они лежат. В курятнике нашлись и свежие яйца, которые охраняет большой красивый петух. Вот какой он, наш Петя, символ 17-го года. Огненный. Петя – звезда местного значения и любимец публики. И потому вместе с подругами решено выбраться на снежный двор на телесессию. С таким оперением морозы не страшны. А главная модель года ведет себя на диво спокойно, пока хозяйка рассказывает о своем любимом хобби. Это с детства все. Это вот любовь к природе, к животным, к птицам. Это все привилось с детства. От родителей, можно сказать. Ну, поэтому я и решила для души, для настроения, вот, завести себе птичек. В саду Татьяны прекрасная зимняя картинка. Сугроб на мангале, заснеженная баскетбольная сетка и кролик Чук, который сбежал из клетки и гуляет по снегу, пока его дожидается друг Гек. Хозяйка побег кролика не тревожит. Здесь свобода, природа, возможностей много. Поэтому я и приехала сюда. Татьяна еще не так давно жила и работала в областном центре, но решилась переехать на родину, где жили родители. В нескольких километрах от Аполлоновки завод газетной бумаги. Устроилась машинистом крана и всем довольна. У хозяйки много планов по обустройству деревенского хозяйства, тем более в год петуха. Иди ко мне, мой красавец. Иди ко мне. О, наш огненный петух. Вот, и мохнатые лапки, и золотой гребешок. Я думаю, что год будет у нас замечательный. Вот, с 28 января начнется у нас замечательный, хороший, спокойный, вот, наш год.